Здравствуйте, уважаемые друзья! Говорит и показывает Уфа. 31-й тур Мелбет первой лиги сезона 2022-2023 продолжается. Продолжается он в Уфе, где сегодня местный футбольный клуб принимает Красноярский Енисей. Егор Иванов присутствует сегодня на скамейке запасных. Итак, стартовый свисток прозвучал, представляем составы играющих сегодня команд Уфы в воротах под первым номером Хасбулат Хамхоев. И есть возможность сейчас бить, это уже удар в створ, и Евгений Ставер был вынужден вступить в игру. В ближнем углу мяч поймал, все в порядке. Бил Иван Темников, Уфа прессингует не столь активно, как это делают красноярцы. А вот шанс, отличный удар по воротам и гол! Вот это гол! Александр Коноплин откликнулся на передачу и очень легко отыгрывает на партнера, следует подача. Но, может быть, удар. А вот и удар, и Евгений Ставер. Видим, что уфимцы здорово атакуют. Это Евсеев. И уфимцы получают шанс на стандарт. Ну вот все эти подачи летят в штрафную, и куда они прилетают? Был ли там гол? Ну, судя по всему, был. Нет, арбитр показывает... Арбитр показывает, что не был. Не было гол. Давайте смотреть. Вот летит подача. Мяч... Ну, вот с этой камеры не видно ровным счетом ничего. Сложно сказать. Вот здесь давайте посмотрим. Был ли мяч зафиксирован? А, ну там мяч в руку попал Кэталину Карпу. Там свой же футболист. Это вот так вот дальше. Тактический фол. Очень хитрый. В итоге Расул Гастаров оказался на газоне. А вот здесь пенальти назначает главный арбитр ворота Уфы. Да, Феррейра против Хамхоева. Разбегается. Но Хамхоев берет! Берет, значит, не было, так говорят. И более того, контратака Уфы здесь наклевывается сразу. Отразил этот удар Хасбулат Хамхоев. Стоял до конца. И, ну, удар Феррейры, конечно. Показать, как они умеют играть в футбол. И вот шанс. Борьба в штрафной. И что, пенальти? Последим за моментом борьбы Погосова и Бардебахина. Ну, была борьба у них в воздухе. И действительно... Ну что, свисток. Гол! Алексей Евсеев, уважаемые друзья, капитан Уфы сравнивает счет. На ваших экранах повтор пенальти. Паненко от Евсеева и не достал Ставер. Игра продолжается. Итак, продолжу мысль. Валерий Кичин в сезоне 13-14 играл за Уфу. Атака уфимцев продолжается. Подача! Удар! Дилан Ортис! Как же так? Еще один момент! Хасбулат Хамхоев! Очередной свой тигриный прыжок демонстрирует. И мяч. Эгошка Синтура! Эгошка Синтура! Штрафной! Прострел! Момент! И гол! Совсем прижиматься к воротам Уфета и не стоит. Енисей может наказать. У Енисея есть большие мастера, и вот здесь кажется, что Окладников не был готов к этой передаче от партнера. Кичин, удар! И все-таки гол! Спасается Енисей в концовке! Все-таки спасается! За то, что совсем уж позволило сопернику много создавать. Достал Хасбулат Хамхоев этот удар. Было ли там положение вне игры? Уже трудно судить. Казалось, что не было. И вот здесь первым был Никита Глушков. Вполне, наверное, заслуженно. Команды сегодня были достойны друг друга. Команды бились, команды старались. Для Енисея, ну, наверное, этот результат более удовлетворителен. Хоть какой-никакой отрыв от Волгаря есть.